Открыты чемпионат Республики по велоспорте на шаши сярод мужчин стартовал на первые дни в Бресте. За початком гонки назирала Кристина Масюк. Брест, Пружаны, Бяроза, Барановичи. Вось маршрут пятидённой гонки по шаши, у якой взяли удел команду усіх областей республики. Усяго заявлено 54 наймацнейших гонщика Беларуси. И это логично, бо тут вызначается чемпион краины. Это очень там трудно. Особенно тем, кто там вот ездит по треку. На самом деле. Потому что трек там вот максимум там ездишь там час, да? А тут днями ездишь. 7 дней там вот ездить надо будет. На территории Брестской области велопробег проводится у другий раз и уже отримал неформальную назву «Тур де Брест». Такая шматзенка має все шансы обновить былые национальные гонки по велоспорте и надолго прописаться не только у регионе, але и в Украине, лечит головный судья споборництва Миколай Хивук. Когда-то эта гонка называлась «Физкультурник Беларуси», то есть это действительно был в прошлые годы, во времена Советского Союза, «Тур де Беларусь», потому что гонка проходила по территории всей республики, практически по всем областным центрам, но сегодня, к сожалению, из-за финансовой ситуации, из-за, так сказать, наверное, прежде всего, вот гонка как-то, маршрут ограничен, но мы второй год подряд взяли за организацию этой гонки, ну, по просьбе Министерства спорта и туризма, естественно, Брестская область на высоком уровне проводит эту гонку. Маршрут от Бреста до Барановича разбит на 6 этапов. Гонка «Пролог» на 8 километров по улицах Бреста прошла у районе Веслярного канала. Усяго за 6 дней удельникам велопробегу треба переодолеть 743 километра по территории Брестской области. Таки «Тур де Брест» сможет не только выявить самого лепшего с гонщиков, але и, дякуючи сельской газете, рассказать про города и вёски, про какие проходит маршрут споборництва. Поскольку мы информационные спонсоры и готовы освещать каждый этап этих соревнований, то мы попутно можем рассказать еще и о жизни этих районов, и о том, как сельчане воспринимают этот вид спорта, и, может быть, где-то привлечь сельских молодых ребят к здоровому образу жизни и занятию велосипедным спортом. Турнир протягнется до 11 жнивня. Финиш и ушанование переможцев отбудется у понеделок у Барановичах на пляцовце Лядового палаца. Кристина Масюк, Александр Воронин, областные новины Брест.